Сначала бесснежный мороз, потом снежная оттепель. Ульяновск продолжает лихорадить от резких погодных перемен. Конец осени для всех жителей области ознаменовался большим снегопадом, который продолжается уже несколько дней. По информации синоптиков, снег, метель, снежные заносы и гололедица на дорогах продолжатся сегодня и завтра. Ненадолго в регион придет потепление, температура установится на нулевой отметке. Однако уже во вторник столбик термометра начнет падать. В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС России по Ульяновской области рекомендует автолюбителям воздержаться от дальних поездок, соблюдать безопасную дистанцию на дорогах и выбирать правильный скоростной режим.